Всем доброго дня. Сегодня мы делаем обзор новых ступенек, которые мы начали производство. Вот так вот этот комплект ступенек выглядит. Вот в такой непромокаемом сумочке. Пенек грязный оказался. Вот так они переносятся. Вес комплекта из 10 ступеней составляет 4 килограмма. Вот так эта сумочка выглядит изнутри. И ступеньки вот так вот. Все места у сумки, где возможно протирание металлическими частями, усилены стропой. Теперь покажу, как все это работает. 10 ступенек, которые в комплекте, позволяют подняться на высоту примерно 5 метров по дереву. Если дерево ветвистое, ну, дуб, например, то можно подняться, используя ветки, ступеньки чередуя, можно подняться на гораздо большую высоту. Ступенечки сделаны из стальной трубы, диаметр 16 миллиметров. Прочностные характеристики просто ураган. То есть каждая ступенька 300 килограмм, это гарантия, что удержит. Значит, на ступеньке закреплен фал. Крепление его путем вплетания идет. Для чего так? С одной стороны не привязано намертво. Это для того, чтобы есть люди правши использовать, вязать узел основной, есть левши. То есть можно будет сместить и сделать это левой рукой, кому удобно. То есть мы про этот момент тоже подумали. Вот. Теперь как же крепится эта ступенька? Показываю. Вот такой простой узел, который все должны запомнить, не требующий никаких навыков и всего прочего. Я еще потом несколько раз покажу. Вот, завязывается. Этот узел идет на самозатяг. Значит, выбираем слабину и смотрим, чтобы у нас опорная часть ступеньки была примерно на уровне, на котором находится сам фал. И вот таким простым движением ступенька крепится к дереву. Все, ступенька закрепилась. Ну, чтобы не съезжала, можно еще чуть-чуть слабину выбрать. Будет устанавливать чуть-чуть тяжелее. Держать будет просто смерть. Сейчас я закреплю ступенек несколько, будет ясно, понятно, насколько это прочно. Все, то есть вот на этой ступеньке теперь можно висеть даже вдвоем. Еще раз показываю медленно крепление ступенек. Узел простой. Стоит один раз потренироваться, и никаких проблем с завязыванием ни у кого не должно возникнуть. Вот так выглядит этот узел. Еще раз обращу внимание. Узел надо вязать, когда ступенечка стоит вот в таком боевом положении. Чтобы выбрать слабину, нужно просто повернуть вот так вот ступеньку и выбрать слабину. Слабину до разумного предела, потому что просто не осилите потом ступеньку поставить. Все. Значит, фал, еще раз обращаю внимание, должен идти вот именно в таком положении под крючками. Не над ними, а под крючками. Опорная часть ступеньки при установке должна примерно находиться на одном уровне, на котором идет фал вокруг дерева. Поднимаем и опускаем. Все, ступенька стоит. Если не устроило там по поводу прочности крепления, значит, еще раз поддергиваем, выбираем еще раз слабинку и устанавливаем более мощно. Все, такая ступенька уже не сорвется, не упадет. Наступать удобно как ногами, так и держаться руками. Ну вот это, я считаю, одно из преимуществ перед ступеньками, которые вкручиваются. Потому что те приходится крутить правой рукой, левой рукой закручивать. Мы хотели их производить, но отказались и разработали вот такие ступенечки.
Люди с Сибири жалуются, что у нас не хватает длины тросов на лабазе. Вот такие вот у них мощные деревья. Длина фала, который идет на ступеньку, 2 метра, свободный конец. То есть, если у кого-то большие деревья, не будет хватать этой веревочки, то ее можно заказать отдельно у нас. Я сейчас покажу, как она вяжется, чтобы было правильно сделано. Делается это все легко и просто, но нужно иметь маленькую приспособу, трубочку с острым концом. Вставляется, пропускаем. Раз, вот такая петелька. И потом, чтобы конец не размахрился, мы его заправляем вовнутрь. Легко и просто получается вот такая вот петелька, которая не затягивается, не рвется, не съезжает. Сейчас покажу, как принципиально лазить со страховкой, с нашей, по этим ступенькам. Вот этот подножный строп, который у нас на всякий аварийный случай, также может выполнять функционал дополнительно для лазения по нашим ступенькам. Так же самое вставляем защелочку с противоположной стороны. Да елки-палки. Слабину можно выбирать, просто затягивая. Ремень выбрали нужную длину и можем, перемещая ее вдоль дерева, забираться. Так, вот у нас раз, надо еще потуже затянуть. Также можно вот этот строп, который для основной фиксации, зацепиться еще за него, чтобы у нас полная уверенность была, что мы никуда не денемся, не сорвемся. И потихоньку перемещая этот строп и строп, который вокруг дерева, можем забираться на высоту. Ступенечки всегда у вас под рукой, не надо сумку расстегивать, чтобы они не упали. Просто берем очередную ступеньку, достаем. Уже отработанным узлом крепим. Все, ступеньки зафиксировали, полезли дальше. Может, тормозить. Вот 4 ступеньки, где-то высота получается уже 2,5 метра. У нас есть. Снимать ступеньки также несложно. И складываем в сумку. В конце потом можно будет аккуратно вложить в конце спуска.